Организована проверка. В рамках надзорных мероприятий будут привлечены узкие специалисты. Сотрудникам прокуратуры предстоит ответить на ряд вопросов, в их числе установление причин ограничения подачи холодной воды, дать оценку деятельности водоснабжающей организации и проверить ее соответствие лицензионным требованиям. Кроме того, прокуратура оценит эффективность работы администрации муниципального образования. Прокурору предстоит сделать выводы об эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий по организации водоснабжения населения. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, по словам местных жителей, проблемы с подачей холодной воды в селе Старица начались с конца марта. На протяжении нескольких месяцев люди страдали от нехватки важнейшего ресурса. После обращения в редакцию ОРТ ситуация разрешилась. Водоснабжающие организации связывают это с ремонтными работами на водонапорной башне.